Ну а за ходом льда по реке Лени сегодня наблюдал министр МЧС России Владимир Пучков. В ходе рабочего визита в Якутск он совершил облет акватории реки в районе столицы республики Ихангаласского района, а также провел оперативное совещание. Подробности в сюжете Афанасия Николаева. Прямо с трапа самолета федеральный министр в сопровождении главы региона отправился на облет реки Лена. В первую очередь Владимир Пучков отметил высокий уровень готовности Якутии к пропуску весеннего половодья. Несмотря на относительно спокойный ледоход, работы еще много, подчеркнул министр. Это касается и состояния и поддержания в должном виде системы инженерной защиты Якутска и всех населенных пунктов, устойчивой работы водозабора и других систем жизнеобеспечения. И, конечно, проведение исследований. Глава республики обратил внимание министра на то, что из-за ранней весны в Якутии уже в мае опасная лесопожарная обстановка. С начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 20 лесных пожаров. Все они ликвидированы. В данный момент в трех муниципальных районах объявлен особый противопожарный режим. Как отметил Егор Афанасьевич, в борьбе с огнем необходима максимальная оперативность и слаженность действий регионов и федеральных сил. Мы в прошлом году из 219 пожаров, которые обычно охватывали в прошлые годы сотни тысяч гектаров, то мы уменьшили эти гектары десятки раз. Потому что тушили первый день, второй день. 70% с лишним пожаров были потушены первые два дня. Вот эта позиция сохраняется и в этом году. В общем, несмотря на благоприятную обстановку по паводку и отсутствие действующих лесных пожаров, было отмечено, что необходимо усилить работу по профилактике на всех уровнях. От правительства республики до муниципалитетов и личной ответственности каждого. Афанасий Николаев, Василий Соловьев, Якутия, День за днем, Якутск.